Шпионский скандал между ФРГ и США набирает обороты. Прокуратура Германии открыла второе за последнюю неделю дело по подозрению в шпионаже на американскую разведку. Политики и эксперты опасаются, что новый арест негативно отразится на германо-американских отношениях. Все подробности в репортаже Яны Карповой из Берлина. Нового возможного шпиона выявили в самом Бундесвере. По данным немецких СМИ, некий военнослужащий Министерства обороны привлек к себе внимание сотрудников контрразведки слишком частыми контактами с предполагаемыми агентами американских спецслужб. Федеральная прокуратура Германии уже официально подтвердила информацию о задержании возможного шпиона. Сейчас в Берлине правоохранительные органы проводят обыск у него дома, а также на рабочем месте в одном из подразделений Министерства обороны. Такого поворота событий не ожидал никто. Даже у самого канцлера Германии Ангелы Меркель не нашлось слов, чтобы прокомментировать ситуацию. В связи с последним арестом мы ждем комментарий Генпрокуратуры по этому делу. До этого я не могу ничего сказать. Вся известная правительству информация будет передана парламентской контрольной комиссии. И так мы будем поступать всегда. Я не буду комментировать отдельные детали. Отказывается комментировать фрау канцлер и процесс переговоров с Белым домом по этому поводу. Я могу вам только сказать, что обсуждение не завершено. Результатов пока нет. Однако, как полагают в прокуратуре, случай не связан с задержанием в прошлую среду сотрудника Федеральной разведывательной службы страны, которого тоже подозревают в шпионаже в интересах США. Политологи считают, что новое дело о шпионаже может оказаться куда серьезнее, чем предыдущий арест двойного агента. 31-летний сотрудник Федеральной разведслужбы Германии на допросах уже сознался в том, что 2 года назад добровольно предложил свои услуги ЦРУ. Впоследствии он передал Центральному разведывательному управлению США более 200 документов, за что получил в общей сложности около 25 тысяч евро. Правительство Германии обеспокоено. Посла США в Берлине уже успели вызвать на разговор в германский МИД. Впрочем, немцы не спешат разглашать ход переговоров, а намерены дождаться результатов расследования. Спикер канцлера Штефан Зайберт заявил, что это тревожное происшествие, а шпионаж не тот случай, к которому правительство ФРГ относится легкомысленно. Тем временем немецкие депутаты настроены более критично. Недостаточно того, чтобы прокуратура ФРГ занялась расследованием этого дела. Скандал перешел в политическую плоскость. Немецкое правительство и главы разведывательного управления должны сесть за стол переговоров со своими коллегами из США. Следует открыть все карты. Мы будем требовать того, чтобы ни один американский шпион никогда больше не работал на территории Германии. По словам Штрёбеля, уже завтра состоится специальное заседание контрольной комиссии. Тогда же станет ясно, насколько шпионский скандал отразится на отношениях с Вашингтоном. Яна Карпова, Сергей Фин, Милослав Лавриновский, RTVI, Берлин.